Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы с вами проведем практику. Эту практику рекомендуется сделать с 5 по 10 февраля. Почему именно в этот период? По одной простой причине, что у нас сейчас идет убывающая луна. Это раз. Далее, в этот период мы с вами можем очиститься от негатива, от тех проблем, которые нам мешают дальше двигаться и развиваться. Кроме того, идет последняя неделя уходящего года крысы по восточному календарю. Мы надеемся, крыса закончится, и закончатся многие мировые проблемы, нюансы, которые, к сожалению, и каждого из нас мы столкнулись с этими вот проблемами. Ну и кроме того, друзья, в ночь с 11 на 12 февраля у нас наступает новолуние, и правление берет в свои руки год белого металлического быка. Поэтому обязательно очиститесь в этот период с 4 по 10 февраля для того, чтобы впустить в вашу жизнь энергию изобилия, энергию достатка и благополучия. Друзья, а прямо сейчас настраивайтесь на богатство, на изобилие и на достаток. И прямо в комментариях сейчас напишите: благодарю Вселенную и принимаю божественное изобилие прямо сейчас. И, друзья, давайте мы с вами поговорим об этой практике. Эта практика простая, но очень результативная. Вам нужно будет помыть свой коридор, если у вас есть тамбур. И желательно, если у вас есть время, помыть и всю квартиру и попрыскать вход заговоренной водой с солью в период с 4 по 10 февраля. Как мы будем проводить эту практику? Вам нужно налить в ведро воды то ведро, которое вы используете именно для мытья полов. Из этого ведерка набираете стакан воды и ставите блюдечко с солью. Далее берете правой рукой большую щепотку соли и говорите следующие слова: от всех бед, от всех проблем, от всех недугов, от всех неразрешенных задач, от плохого и дурного, от чужого и лихого, водичку заклинаю, силы светлые для защиты призываю. Ангел-хранитель, высшие силы, помогите мне, помогите моим членам семьи и направьте нас во благо. Да будет так. После этого берете эту соль и посыпаете в стакан, вот в который вы начерпнули водички из ведра, по кругу, по часовой стрелке. Как закончили со стаканчиком водички, пройдите по квартире и попрыскайте углы. Затем возле входной двери и за своим порогом. Обязательно за своим порогом. Далее выливайте заговоренную водичку в ведерко и приступайте к мытью полов, как вы обычно моете. Если у вас не получается сделать генеральную уборку в этот период, да, у каждого, наверное, есть работа, какие-то свои задачи, цели в жизни, то хотя бы просто сделайте влажную уборочку всей квартиры. Потому что цель именно этой уборки, друзья, у нас генеральная энергетическая чистота нашего помещения. Мы готовимся во вход нового года, года белого металлического быка. После того, как вы это все убрали, воду из ведра выливаем в унитаз и тщательно смываем. Если вы живете в доме, то есть у вас есть свой дом и, скорее всего, у вас нет общей канализации, то вы выливаете за территорию подальше от своего дома. И, друзья, кроме того, после как вы провели эту практику, обязательно пойдите скупайтесь, примите душ и после этого выпейте вкусного чая. Ну а прямо сейчас, друзья, мы с вами настраиваемся на богатство, на изобилие, на достаток. И в комментариях к этому видео напишите: благодарю Вселенную и принимаю божественное изобилие прямо сейчас.